Владимир Путин сегодня подписал указ о призыве граждан России на военную службу. Документ опубликован на сайте Кремля. В нем говорится, что с 1 апреля по 15 июля в армию должны будут отправиться 154 тысячи солдат-срочников в возрасте от 18 до 27 лет. Продолжительность пребывания в рядах вооруженных сил по-прежнему составляет 1 год. Жители Крыма и Севастополя, как сообщалось ранее, в этом году призываться не будут, только в следующем.